Внутри этой церкви самый большой секрет на Земле. Вистерия. Such a beautiful house. Old school. Внутри этой церкви самый большой секрет на Земле. Inside this church is the biggest secret on earth. You will see it. Вы увидите его. Здесь интересная надпись. Здесь написано Watch therefore, for we know not what hour your Lord does come. Смотрите, потому что мы не знаем, в какой час Lord придет. Watch. Такая огромная башня. Huge tower. 1896, I think it was built. Секрет я вам покажу, но поймете ли его, ли вы его, это зависит, готовы ли понять секрет. Белая королева на BBC сериал был. Белая королева — это дача Сесили, Сесили Невилл. Его жена Джон Бит тихо и 18 детей, многие из которых стали королями Англии. Вот здесь очень интересные имена. Вот In grateful memory of имена в память о Лесли Камбриан Боурен, Ланселот Фог Элиот, Персиваль Форест, Асса Хенри Хоткссон, Джон Сесил Хартли, Джордж Станли Лоусон, who gave their lives, кто отдал свою жизнь во Второй мировой войне. Да, интересно, Ланселот, Персиваль, Асса, Джон, Джордж, Лесли. А это уже владелец замка. Уильям Хенри Уэйн, Хёрст Дюк оф Кливленд. Надпись здесь Хонисоид Кюпензе. Я, конечно, читаю неправильно, потому что это на французском. Что интересно, что герб королевства СМИ английская фраза на французском языке. Не на латинском, на французском.
Очень интересная церковь. Мне она очень нравится. Кстати, здесь, я не знаю, нашли они второго волонтера или нет. Вот здесь свеча всегда горит. Всегда горит в честь... Даже на полу интересно. Видите, солнце входит в церковь. Самое лучшее вот сейчас. Около 2 часа почти дня. И свет прямо в церковь. Так красиво. Я очень люблю эту церковь. Вот здесь уже... Владельцы новые, которые купили. Здесь и красная роза, и белая роза. Bell at 2 o'clock. В этой церкви мы с вами увидели самый большой секрет на земле. So in this church we have seen the biggest secret on earth. Вечный огонь. Этот очень старинный. Вот в определенное время дня, в определенное время дня свет. Очень красиво в церковь входит через окна. И вся церковь прямо освещается. Там это башня. Розы. Кстати, необычно видеть красные розы в церкви. Обычно белые лилии, белые розы. А здесь красные розы. Вот это моя любимая церковь. К сожалению, многие церкви сейчас закрываются в Англии, потому что не находят волонтеров, которые бы открывали утром, закрывали.
по-моему, вот в этой церкви тоже требовался волонтер, я даже подумывала. Не знаю, нашли или не нашли. Еще одна там церковь в Инглтон закрывается, потому что не нашли волонтеров. Там такая маленькая церковь. Здесь, конечно, очень красиво. Очень красивая церковь. Все, мы увидели с вами самый большой секрет на земле в этой церкви. Если вы еще его не поняли, то пройдет время, вы поймете. Всем пока. Спасибо за просмотр. С вами была Дина Black Prince.